Натили корм. Мы натурально не кормим, поэтому как бы вот там очень нравится готовый уже. Кен тоже хочет мотика. Вот, корм у меня готов. Вот такие вот шарики. Он разбух. Вот такие вот. Большие, в принципе, по две штучки будет достаточно. Панельки спят, они есть не хотят совсем. Все. Короче, я ваши вопросы не вижу, если что. Сегодня будем кормиться. Давай листик с тебя на сегодня, что ли? Привет, зайка. Привет, зайка. Привет. Проснулся? Ты проснулся? Нас видно? Видишь? Поближе, может, чуть. А его видно будет, если я поближе сяду? Ну так, нормально. Зяет. Зяет. Тут у меня что есть. Смотри. Ну как вкусно. Ну как вкусно. Ну, давай я дам. Ешь. Лежит, летает. Нет? О, да раскусил, вкуснятина. Раскусил. Ага, ну пошла. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Очень вкусно, да? Тут тебя сегодня не были. Все. Я так готов. Хватит. Ты, да, Федоси? У нас Вивьен. Вивьен. Вкусно пахнет, да? Ты уже чуешь? Ну, давай. Вот молодец какая. Ну, еще хочешь? Давай, все. Вот ты молодец. Вот, вот, все. Листику понравилось. Будем пальцы есть. Все, хватит вам. Хватит на сегодня. Кто у нас там следующий? Давай, заяц. Давай, иди сюда, просыпайся. Просыпайся. Вот так вот, потянушки. А теперь мама у тебя гонит. Смотри, как вкусно. Вот. Мы их сегодня целый день не видели. Они такие большие стали. Вообще, кабачки. Привет. Привет. Ты свет? Так. Вини. А, вам понравилось, да, понравилось. Дайте ему тоже, он тоже хочет. Давай, дай, 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 дай. Ну да, еще хочешь? Давай, кто следующий? Просыпайся, народ. Я Деска. Привет. Привет. Ну, что такое у меня вкусное? У меня футболку сзади ест. Ну, это все, это пальцы, это нельзя. Сейчас, я сейчас маму прикормлю, потом маму вас докормит. Зайка, подъем. Что дай? Опять кидать будешь, что? Звукооператор. Давай, просыпайся.
Нельзя. Нельзя? Нельзя эти фигни. Ну-ка, давай еще раз еще попробую, распробуй. Нет? А им понравилось, посмотри, как едят. Держи. Вот. Сейчас еще одну. Той, 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 той. А, трясло даже. Кто-то мне палец сейчас ест. Кто у меня палец ест? Кто такой ест палец? Все вкусно. Эй, подъем. Подъем, все пропускаешь. Что такое? Подъем. Давай. Давай, Вилли, есть, пошли. Пошли кушать. Все. Все по две штучки съели. Съели? О, да. Ты можешь маму звать, наверное. Она их закормит. А, что такое? Что такое? Ну, это не надо кусать. Нет. Кто хулиганит? Там кит спел. Свежеспеченный бухон. Ничего себе. Сюда кушать будем. Кен, ты чего? Тебя такого никто не ожидал, на самом деле. Все, все. Ну все, 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 все. Мама Сали, иди корми детей. Он не откушал сейчас. Да, дядь. Сали. Много съел ты? Сали, иди сюда ко мне. Иди. Скажи, скажи. Сали, смотри, смотри, что там у меня. Иди, иди сюда, иди. Иди сюда. Дай, дай. Закрой. Все, нету больше, на, подолизывай.
Не выйти. Ну все, мне кажется, все отлично прошло. Все хорошо скушали. Оттямкали свое. А с чем пирожок? Там отлично. Ну, тертый пирог с паритом съем. Ладно. Уф. Кормят. Ага. Запивают. Звук хороший очень, да, когда что-то сделали. Ну хорошо, в общем, все хорошо покушали. Прям вот им очень понравилось. Завтра думаю, увеличим чуть-чуть. Утром, вечером. Завтра. Ну, с утра дома. Но мы на рынок хотели. Вы сколько куда хотели ехать? Мы с утра поехали. До пол самого поздно, пол 11. Ну, мы еще спать. Мы еще спать. Ну, да ничего страшного. Не спросила, жалко. Вначале? Да не, тормози уже. Кушай, ты кушай. Почему кашляется, если мне что-то кашлять, если не хочется? Когда следующий прикорм? Следующий прикорм завтра с утра, потом в обед и вечером. Мне кажется, всем понравилось. Такие довольные. Довольные такие, сытые. Да. Сытые. Все, теперь играть можно. Да. Все, поели, попили. Опять туда пальцы.
начнет ей давать водичку. Водичку, наверное, через день. Они сейчас чуть побольше объем будет. Сейчас они пока молока им хватит. Маленького. Когда корма будет больше, тогда и водичку будем давать. Завтра тоже с рук будут кормить. Завтра будем тоже с рук. Я думаю, что к столику перейдем, ну, наверное, в четверг примерно. По объему для тарелок. Сейчас пока так. Интересно, что там за пирог. Пирог сладкий с повидлом. Саль, ты или заходи, или не трави. День рождения. На день рождения будем украшать, Миша? Или шариками их засыпем? Посмотрим, что-нибудь придумаем. Они камеру нашли. Очень хотят ей поговорить. Наш чемодан, надо коврик еще поменять. Потом. Тихо сегодня что-то, не пищат.
Бабушки, у меня компьютер. Совсем даже. Они спят. Они не спят. Спят, не спят. Кто-то тут манеж разбирает у нас. Не видно. Зачем ты так делаешь? Зачем вообще все игрушки прячете тут за барашком? Непонятно мне. Потому что давай пока не спят, коврики поменяем еще. Сейчас я протишу. Больше писают, чем здесь. Сали, что за дела? Ч-ч-ч.
ближе. Что там ближе? Легко так. Все, чистота уют. Чистота уют.
что сделать? Попробую пищу. Тут не спит. И Куся? Не спит за девочки, да? Не ты что, сладкой девочки. Глазастая ты моя. Ты у меня глазастая. Скажи мне, друг, какие у тебя цвета глаза? Мырк тебе. Мырк, мырк. Нет, нос не надо кушать. Нет. Ребенок сидит себе, сидит. Вот так вот, можешь мультику вытягивать, вот, целуй меня. Только так. Ты этого делаешь, да? Да. Красивая девочка, да, красивая. Иди спать, все спят уже. В ближайшее время фотосессии. Мишкин требует воды. Он тут отвечает. Про фотосессии планируется где-то в конце месяца примерно. Там будем готовить фотографии на календарь. Раскройте секрет. Саша заберет Тори. Нет, Саша забирать Тори не будет. Ей совсем некуда заниматься собаками. Скажите, пожалуйста, почему цветы ванили? Потому что... Почему цветы ванили? Не знаю, мне кажется, показалось, что цвет похож на цвет орхидеи, а из орхидей мне нравится ваниль. Видимо, как-то так пришло. Кен носит миску, когда воду просит. Нет, он не носит, он подходит к подставке и носом переворачивает ее. Говорит, видите, она пустая, гремит. Налейте мне воды.
Ты группу поставил? Что ты хочешь, дорогая? Почему у тебя без картинки? Что хулиганишь ты, Саня?